Итак, у нас сегодня с вами совершенно удивительная история, и я думаю, вы все видели, ролик, который у нас шел рекламно, приглашая вас на наш сегодняшний эфир. И эти фотографии, ну, порой они как бы вот ужасают людей, и это вот была реальность, это была жизнь этой маленькой девочки и жизнь этой мамы, у которой у ребеночка была такая проблема. Вот, мы познакомились со Светланой несколько лет назад, и мы познакомились у нас в офисе в Коралловом клубе в Хабаровске. Я была как раз на... Вот, и она говорит, у меня проблема у ребенка со здоровьем, и, ну, и как бы рассказала, и я сказала, давайте вы приходите сначала на концепцию здоровья, послушайте, с чем мы работаем, что это, как это, и только потом мы будем обращаться уже к нашим докторам и расписывать вам программу. Вот, или я там вам ее распишу. И она сказала тогда, говорит, нет, вы знаете, я уже, как бы я схожу к вам на концепцию здоровья, я посмотрю все. Но мне, говорит, рассказала подруга, она получила потрясающий результат, я ей доверяю, она провизор. Мы очень много с ней прошли вместе, поэтому я, говорит, буду сейчас уже делать все. То есть вот вы мне скажите, что нужно покупать, я покупаю сейчас, и мы будем это все делать. Вот, и все шло через обострение. Вот, и все шло через обострение. Я помню, в какой-то момент, я уже была в Таиланде, я позвонила, мы с ней разговаривали, я говорю, я, Света, готова перед вами встать на колени, только, пожалуйста, не останавливайтесь. И она говорит, я не буду останавливаться, потому что у меня нет другого шанса, потому что мы, говорит, прошли уже все, и я, говорит, знаю, что результат будет. Вот, и вот сегодня, конечно, ее потрясающая история вообще о том, какая бывает потрясающая мама. Я хочу, чтобы вы все узнали, чтобы вы все послушали. Поэтому пока еще тут вот у нас какие-то технические моменты. Пожалуйста, отправляйте приглашение своим друзьям. Потому что вообще даже просто вот абсолютно здоровым людям отправляйте всем мамам, потому что это на самом деле как бы показатель того, что мы... Итак, друзья, давайте с вами поприветствуем. Это Светлана Булычева, город Хабаровск. Расскажи нам, пожалуйста, свою историю. Расскажи, как ты пришла в Коралловый клуб, что было с твоим ребенком. Мы уже не будем задавать там вопросы по поводу, что тебя привело в здоровый образ жизни. Понятно, что. То есть как бы это все видели, это серьезнейшая беда просто в семье. Расскажи, как это было. Ну, по сути, ситуация достаточно сложная, серьезная была. Тут даже, как говорится, те фотографии это показывают. И ситуация наступила абсолютно нежданно. Вот если люди не задумываются, собственно говоря, о последствиях своего образа жизни, то неизвестно, когда вообще это все отразится. То есть у меня абсолютно здоровый внешне был ребенок. И потом в одно прекрасное время я просто ночью просыпаюсь, у него мокрые щечки. Ночью я не придала этому значения, думала, ну, может, что-то приснилось, и как бы, ну, слезки там были. Когда я встала утром, я своего ребенка вообще не узнала. То есть у нее было такое ощущение, как будто с двух сторон лили кипяток на щеки, и просто это разрывалась кожа, опять пузыри, и опять разрывалась. То есть это было месиво на щечках. И когда мы пришли в больницу, нам сказали, как же можно не любить ребенка, что ее запустить до такого состояния. Сказав, что это произошло буквально за несколько часов, врач была просто в шоке. Все, что она могла сделать, это, конечно же, дать антигистаминные препараты. Больше ничего. И там мы пошли по кругу своя. То есть, представляете, на самом деле, это насколько... сложное состояние, насколько сложно психологически видеть, что у тебя ребенок в этом состоянии, когда он, ну, реально в тяжелом, да, находится положении. Мало того, что внешний вид, это как бы одно дело, хотя для девочки это очень-очень важно. Но когда касалась вообще проблема именно внутренних еще органов, то есть у нее поражено было все, ни одного здорового органа к шестилетнему возрасту у ребенка не было. Когда это случилось? То есть у нее был отек легких. Это случилось, дочке было 2 года. Угу. Дочке было 2 года, и до шестилетнего возраста она находилась в этом тяжелом состоянии. Получается, вообще улучшения не было. То есть мы тратили колоссальное количество денег.
на то, чтобы проводить обследования, на то, чтобы записываться к мегапрофессионалам своего дела. Мы подняли всех аллергологов города Хабаровска. То есть, чтобы мне попасть к ним, к тем вершителям судеб, мне приходилось еще платить посредникам, потому что просто так такие врачи не ведут приемы. И проходить через такие мытарства, что это просто не в сказке сказать, не пером описать. А наши лекарства, которые мы брали просто чемоданами, это от 40 тысяч до 70, у нас уходило на то, чтобы просто снять симптомы у ребенка. Мы прошли абсолютно все. Все, что только можно пройти традиционным методом лечения. И я всегда врачам задавала один и тот же вопрос. Подскажите причину. Вот причина, которая вот приводит нас к этому состоянию. Я далеко не глупый человек, и я изучаю все абсолютно тематики сама. То есть я все перестудировала, я не просто ходила к врачам, я абсолютно занималась изучением самостоятельно вот этого ее состояния и искала пути выхода, решения, то есть каким образом, да, помочь собственному ребенку. И не, вообще совершенно никак не находила никакого выхода. То есть я сама находилась в тупике, точно так же, как и врачи, совершенно не давали мне вот этой отправной точки нашего решения вот этого проблемы. То есть промучились в одно прекрасное... 4 года. 4 года. Вот прям полностью 4 года. И у нас карточка, на самом деле, у ребенка за это время... Она просто из 2 склеенных общих тетрадей в 48 листов. Можете себе представить? Это эпопея просто бесконечного врачебная. Бесконечный вот какой-то процесс лечения бесконечно. Как, вот, ну, вообще улучшений не было. То есть совершенно не было улучшений. Ребенок уходил просто в тяжелейшее состояние. И когда в очередной раз, опять же, отек легких у нее был, и... пытались нам назначить лекарства, то есть нас направили в ТУП-центр, то есть отеком легких, как они говорят, аллергию занимаются аллергологи. А если с легкими проблемы, мы не будем разбираться с причинами, которые привели вас к этому состоянию. Мы будем назначать вам, там получается тройные препараты, именно 3 вида антибиотика. То есть это просто лошадиные дозы антибиотика, которые пьются на протяжении 1/2 года. Можете себе представить, то есть в том состоянии, в котором находилась у меня дочь, ей еще бабахнуть вот эту дозировку антибиотика. При этом, опять же, я задавала простой вопрос врачам. Но не подтверждено же, ну что такое отек легких, да, то, что ну, видно на снимке. А самой же этой туберкулезной палочки же нету посева. Они говорят, они ну сказали, что? Они сказали, что туберкулез. Да, ну то есть они говорят, отек легких мы не будем разбираться. Вот, поэтому мы считаем, что это туберкулез. Вот тогда я забрала своего ребенка с ТУП-центра и сказала, уважаемые товарищи, я рекомендую вашими методами собственных родственников лечить, а к моей дочери вы не подойдете. То есть я тогда поняла, что вот, ну, действительно мы заходим просто в какой-то тупик, и я просто ребенка теряю. И плюс у нас же ухудшения, да, идут по всем органам, это нагрузка на все выделительные системы. Плюс я еще хочу одну, как бы сказать акцент. Не все родители обращают внимание, особенно маленьких детей. Вот у меня у дочери, хотя она внешне абсолютно здоровая была после роддома, был еще один нюанс. У нее были жуткие колики, то есть у нее были адские боли в животике. И мы вот с этими болями вот выходили просто в такие проблемы. То есть она только кушает, да, и криками кричит. Там какой-то опять перерыв там в еде, криками кричит. То есть это бесконечно. Гладили пеленочки, да, вот у кого колики, те мамочки знают, как это все проходит. И дальше мы дошли до обезболивающих. То есть, ну, уже вот, ну, тупиковая ситуация, реально, как-то хочется облегчить жизнь, как говорит, собственному ребенку, и мы пошли через обезболивающие. То есть я понимала, что вот весь желудочно-кишечный тракт у ребенка вообще вот просто в аховом состоянии. И все органы обследовали ее, у нас наш УЗИст, мы у него постоянно наблюдались, то есть он все эти изменения видел, и он видел, что мы уходим в ухудшение. То есть не в улучшение с этим огромным приемом лекарственных препаратов, а в ухудшение. И когда он в одно прекрасное время мне сказал, Свет,
Но ты же умная женщина, ты же понимаешь, что тут ни одного здорового органа нет у ребенка. И я очень огромный имею опыт обследования внутренних органов людей. И то есть то состояние, в котором находится у тебя дочь, но это я еще понимаю, бы ко мне пришел, ну, бич спившийся. Ну, человек, которому за 70, он, я не знаю, убивал свою жизнь. Но я бы, говорит, еще как-то нормально к этому отнесся. Но когда передо мной лежит 6-летний ребенок, и у нее органы все просто убитые, вот тут у меня волосы дыбом встают. И ты прекрасно понимаешь, что выхода в медицине ты не найдешь. Вот, собственно, с него и началась вот эта эпопея, опять же, поиска решения нашей проблемы. И в одно прекрасное время он тоже мне сказал, говорит, слушай, Свет, говорит, я вообще сам по специализации врач-реаниматолог. Я в свое время защищал диссертацию на тему кислотно-щелочной баланс. Так вот, если восстановить ваш организм до состояния 7.43, то организм как самовосстанавливающая система полностью восстановится. Только как это сделать? Нас, к огромному сожалению, в мединституте этому не учат. И вот это, наверное, являлось моей отправной точкой поиска восстановления pH организма. И когда в свое время, пройдя вот эти вот все мытарства через все аптеки, в аптеке у меня работала уже на тот момент хорошо знакомая мне Инна Латыпова, да, и уже многим очень знакомая Инна Латыпова. Она была заведующей этой аптеки. И через нее мы перепробовали все. Мы все, вот, которые только можно представить, наборы лекарственных средств, мы перепробовали все. Мы все комбинации спробовали, все сочетания несочетаемых препаратов. Все всегда изучали эти инструкции, да, то есть, ну, там же море несовместимых. И то есть вот этот огромный, колоссальный, вечный подбор. И каждый раз, когда я к ней приходила в аптеку с дочкой, у которой просто месиво было на лице, и мы уже, ну реально уже обе не понимали, что делать. И тут она мне в один вечер приходит и говорит, я не знаю как, но ты должна быть на одной лекции. Я говорю, реально, ну, просто не могу там быть, потому что это рабочий день, в 5 часов вечера лекция начиналась, в будний день. И она говорит, я не знаю как, но ты там будешь. И вы знаете, вот, ну, случилось действительно все так, вот, ну, видно, под запрос. У меня совещание прям, ну, прям рядышком с нашим переулком студенческим 36А. Назначают именно меня, вот просят, чтобы я там была. Ну, я прихожу на это совещание, и оно просто удивительно заканчивается рано, ну, прям вот без 5:05 уже закончилось. Я бегом, там только дорогу перейти, я бегу уже в этот офис. И начинается лекция «Концепция здоровья». И вот когда эта лекция начиналась с простых фраз, но таких мне лично понятных, это с восстановления pH организма. Вот тогда я поняла, что я попала вот именно туда. Вот, ну прям все сошлось, да. Эти знания уже, которые я получила по физиологии человека, то есть я действительно углубленно изучала темы физиологии, да, я перестудировала все медицинские абсолютно учебники. Я знала, каким образом работает пищеварительная система и как работают легкие, но я никак не могла их соединить. То есть, понимаете, у нас настолько разрознена эта вся система, что она не дает единого целого. А организм же – это просто целая, абсолютно водная система, да, в которой плавают клеточки. И когда я узнала вот эти простые чудеса, простые шаги на пути восстановления здоровья, а самое главное – это одну единственную константу, которая очень важна. Это именно pH 7.43. Вот тогда я взяла программу детокс. Это выведение, получается, токсинов, водо- и жирорастворимых. Это первая программа снятия интоксикации. Это восстановление водного баланса. Это уже первый путь к восстановлению pH организма.
И вот тогда уже сразу получать результаты, да, уже первые. Но опять же, я понимала, что мне теперь надо изучить совершенно новую для меня тему. И я ночами изучала ее. То есть это без отрыва от производства, без отрыва от семейной жизни. Я просто ночами штудировала все абсолютно лекции, которые только были. Конечно же, это моя любимая вся эпопея с Ольгой Бутаковой. Я ее переворошила всю. Я поняла, что такое, как работает лимфатическая система. Я поняла, что такое очищение внутренних органов. Насколько важно откорректировать питание собственного ребенка. Я поняла ту отправную точку, которая являлась причиной заболевания моего ребенка. И вот самое интересное, что мы сами как бы приводим детей к состоянию, ну и своего, конечно же, да, именно питанием в первую очередь, нашими закисляющими мыслями. И когда я вот стала разбираться, да, в этих темах, я поняла, что в принципе да все так просто. Нету никаких сложностей. Сложности только первые в нашей голове, когда мы сами себя начинаем. Вот, и сейчас я могу задавать вопросы тебе наконец-то. Смотри, то есть как бы вы начали делать детокс-программу. Что было дальше? Да. То есть детокс-программа. Далее шла... Вот, подожди, что было у ребенка? Какие были изменения? Я знаю, что все шло через сильное обострение. Да, конечно. Через сильное обострение. То есть, ну, я тоже понимала уже, что происходит, потому что я параллельно делала ей очищение, и тут же я изучала эту тему. Поэтому у меня это все заходило замечательно. То есть я понимала, что мы пошли через ухудшение. И я была к этому психологически готова. Это очень важно. То есть в этот момент самое главное не останавливаться. Я помню, что ты даже не могла ребенка кормить. Было такое обострение, что ты кормила ее с трубочки. Да. Угу. Вот там, то есть все потекло, вот все прям вот месиво было. Еще больше там все это как бы вышло наружу. То есть мы всколыхнули болото. Вот было вот так. Что вы делали? То есть вы делали программу Coral Detox. То есть ты поила ее водой коралловой. И я добавила еще адсорбенты. То есть я стала помогать организму. Адсорбенты, мы очень долго шли на Коловади Микс. То есть это как раз такие порошки, которые входят во второй этап Коловады очищения. Да, это мощные природные адсорбенты. И опять же вот нюанс. Я понимаю, что ребенку невозможно это дать, потому что они специфические, да, на вкус. Да. Но на тот момент я исхитрилась это сделать, то есть, ну, я уже как бы понимала, что я любыми путями это должна отдать, ну, любыми. И тогда я капсулы пустые высыпала, да, где-то разводила в водичке. Вот эти пустые капсулы, которые оставались из-под нутрицептиков, я в них накладывала эту Коловаду Микс. То есть у меня я было вам где-то... Я скажу, те, кто не знает, да, порошок Коловада Микс — это глина, такая, с таким достаточно специфичным на вкус ощущением. То есть не каждый человек, я взрослая женщина, когда я делаю Коловаду, я ее делаю где-нибудь там на воде с лимоном или на чем-нибудь еще, чтобы вот как бы сбить этот вот, ну, очень такой, ну и консистенция такая получается. Да, какая-то. Консистенция, ну, скорее. Да, для ребенка как бы вот то, что дать. И я помню, что там Света не только сама капсулы собирала, ей еще и в офисе, в Коралловом клубе девочки собирали капсулы для того, чтобы она туда вот... И она вкладывала туда, понимаете, я просто тогда вот слышала всю эту историю и думала, господи, ведь, ну она же просто герой, потому что я могу сказать, я наблюдаю каждый раз истории, когда дети шелушатся, у детей, простите, даже когда глисты из попы выходят, а мамы говорят, я не могу уговорить его дать ему таблетку, я все время в этот момент, ну там, как бы, да, там траву или что-то еще, я в этот момент все время думаю, господи, а где же у тебя желание? Я вижу огромное количество женщин, которые хотят родить детей, и которые говорят, о, нет, это дорого, или нет, я не буду чиститься, хотя у нас есть огромное количество, да, результатов, когда женщины после чисток, точно так же восстанавливая вот этот свой pH в организме, и когда начинает организм полноценно работать,
рожаю детей, они говорят, нет, мне нужно холодильник купить, нет, мне нужно окна поставить. Я всегда задаю один вопрос, да что ты хочешь, холодильник или ребенка? И вот, конечно, Света, это та вот мама, которая, знаете, вот, ну не все же было так вот, как хотелось бы. Конечно. Она реально шла и не останавливалась. Рассказывай дальше, то есть было обострение, что было вот дальше? Вот смотрите, да, ситуация с обострением еще была, мало того, что мы подключали эту Коловаду Микс, 7 дней, вот где-то так у нас длилось обострение. В этот момент я четко понимаю, что происходит у ребенка в организме. То есть мы тронули болото, и надо ему помочь. Тут активно идет размножение как раз-таки патогенной микрофлоры, да, вторичное инфицирование происходит на коже. Uh-huh. И то есть в этот момент я ей увеличила дозировки БАДов, я ей дала клеточное питание, чтобы организм мог восстанавливаться. Я ей дала как раз-таки природные антибиотики, да, это кора муравьиного дерева, там она шла прям в помощь. На тот момент не было кошачьего когтя, да, вот как раз это замечательно бы нам пошел, но его не было, и ничего страшного, как бы без него обошлись. Но там шли у нас очень хорошие лист черного ореха. Вот смотрите, какая суть еще была. То есть у нее была поражена слизистая полностью всего кишечника. Полностью была поражена слизистая желудка. То есть у нее прям вот как бы на живую это все. Представляете, насколько это вот, ну какую боль испытывал сам ребенок, чтобы вот каждый день, да, питаться и каждый день вот каким-то образом же еще играться. То есть она же и в садик, да, ходила в этом состоянии. И при этом вот, ну, у нее не было какого-то вот удручающего, да, состояния. То есть она настолько свыклась с этой ситуацией, вот, что она так выглядит, что она с постоянной болью. А лицо у нее, вот если представить, да, кому, ну это вот как прям кожа, облитая кипятком. То есть к ней прикасаешься, она прям настолько горячая. Там температура, я даже вообще не представляю, вот какая она точно за 40. То есть это вот прям кипяток лицо. Постоянно, с утра до ночи, которая неимоверно чешется. Это бесконечные боли в желудке. То есть и вот здесь я делала акцент, я изучила все наши, да, я их разобрала на все составляющие, я делала различные комбинации. То есть моя задача была восстановить слизистую кишечника. Вот я акцент сделала сюда, я ее кормила. То есть восстанавливала, все взяла абсолютно составляющие, которые дали рост вот этих новых здоровых клеточек, которые смогли восстановить эту слизь, слизистую, да, вот прям кишечника такая вот выстилающая, здоровая, так скажем, да, вот уже вот клеточная основа. И вот в чем я опять же, да, спрашивала, да что ж такое-то, вроде уже все даю, а все равно будоражит. И тогда поездка в Минск, да, была у нас на форум. Я подошла к Ольге Алексеевне Бутаковой, я говорю, ну что же еще, вот, ну подскажите, ну уже вроде все перепробовала, а все нет-нет, да, как бы ее еще, ну, скажем, будоражит. И она говорит, Свет, да? Обрати внимание на кишечник, еще раз восстанавливай. И тут самое главное, огромное количество давать полезной микрофлоры. То есть вот прям выстелить кишечник здоровой микрофлорой, да, вот это вот акцент. И я тогда сделала еще акцент сюда. Вот, то есть это вот действительно, мало того, что углубленные такие знания, да, постоянно вот я что-то даю там, смотрю на ее реакцию и в голове опять прокручиваю, что же в этот момент в организме произошло, как он у нее отреагировал, почему, что можно еще тогда добавить, да? Это вот прям, ну, такой колоссальный труд и для меня, и для дочери был, но тем не менее, она настолько привыкла уже к своему хорошему, здоровому состоянию, да, когда вот пошли вот эти восстановительные процессы, когда у нее очистилось лицо, и когда впервые можно было видеть себя, ну, с кайфом, да, в зеркале. Ребенок вот реально начал кайфовать от своего внешнего вида. Вот она сейчас каждое утро, да, подходит к зеркалу, она говорит, какая же я красивая. Это вот, ну, конечно, для мамы дорогого стоит. И а у нее привычка выработалась пить БАДы, да. Она, то есть она настолько это все прожила через себя, вот прям, ну, с этим ощущением вот той... ну, тех испытаний, да, что она сейчас уже к этому не возвращается. И, конечно же, это откорректированное питание. Она не пойдет никогда за химическими конфетками. Она вот не пойдет расскажи, никогда... пожалуйста, можно я тебя немножечко перебью?
Вот мы сейчас туда немножечко еще вернемся, потом перейдем к питанию. То есть ты вот говоришь, что ты ребенка восстанавливала кишечную флору. И сейчас большинство людей, которые слушают, думают, что ты давала пробиотики, потому что мы восстанавливаем кишечную флору пробиотиками. Что же было в реалии? Что же ты давала ребенку? В реалии, конечно, это шла прям у нее комплексная такая программа на восстановление микрофлоры. Это обязательно шла как бы подстилочка, да, травка, корм для наших пробиотических культур. Поэтому это была люцерна, Подожди, суперфлора, да. вернемся до того, до того. У А ребенка до того, когда? корм Когда только мы налетел. начали? У ребенка месиво. Первое ты делаешь coral detox, то есть первое ты моешь Да. ребенку организм и добавляешь туда сорбенты. Второе ты делала противопаразитарные программы, мощнейшие. Вот Да. расскажи про это, как бы, потому что восстановление микрофлоры кишечника это и есть убрать тех чужих, которые там Да. живут. Это убрать коки, Да. которыми ты ее заразила в Конечно. процессе родов. Вот расскажи, что ты делала. Вообще И сама по сколько себе времени ты это делала? я Потому тебя что когда поняла. люди имеют серьезнейшие заболевания, вот такие заболевания, что просто мрак, они находятся практически на предраковом Да. состоянии, вот на острие ножа. И они говорят, я уже год чищусь. И я все время смотрю, думаю, Господи, ну ты же 50 лет туда какал, простите, в свой организм. Как же ты Да. хочешь вот так вот на раз решить вопрос? У кого-то бывает и на раз. Вот я хочу сказать, сколько вот месяцев вообще вот у тебя шли противопаразитарные программы бесконечно? Да, у меня они шли бесконечно, если честно, они идут нон-стопом, потому что у нас дома собака, хоть и вышли в состояние, да, здоровья, но тем не менее понимаю, что, ну, ежедневная профилактика, она очень важна. Вот в самом начале мне сказали, что детокс у нас как раз-таки проходит месяц, вот надо распоить организм, да, и начать выводить токсины. И я понимала, что сейчас уже, ну, месяц ждать там смысла нет. Поэтому я подключила уже через 1,5 недели противопаразитарные программы. Во-первых, я получила уже знания, я четко понимала, что я делаю, что необходимо сделать, да. То есть у нее как раз-таки вот было все просто. В ее закисленном болоте развивалась патогенная микрофлора. И мне абсолютно было неважно, как она называется. Потому что вот опять же, те, кто проходят анализы, вот поверьте мне, я их делала перед каждым абсолютно приемом, это обязаловка, да, тратила 7,5 тысяч в 2015 году, и можно посмотреть эти развернутые анализы, где нам говорили, у ребенка все чисто, у нее ничего нету, мы не знаем, почему аллергия. Но сейчас же я четко понимаю, что у нее там не то, что не то, чего-то чуть-чуть там было, а там было аховое состояние всего. И поэтому я не стала дальше деньги тратить, да, на изучение, кто же там в ней сидел. Я четко понимала, что от этого надо избавиться. И медикаментозными методами это сделать нереально. Поэтому только натуральными противопаразитарными травами. Поэтому там шли комбинации различные, да, это лист черного ореха, это кора муравьиного дерева была. Это сера была, да, противогрибковые там подключала однозначно. Натуральный. Это серебро, сильвергель, сильвермакс, да, сильвергель наружно применяла, а сильвермакс это вовнутрь ребенок пил. То есть вот прям действительно комплексная абсолютно программа, которая решила вопрос по тому, чтобы убрать всю патогенную микрофлору. То есть помимо того, что кто-то там в ней был и большой, да, это тоже понимаю, потому что гемоглобин у дочери был всегда критически низкий, и сейчас я тоже уже знаю, да, потому что там кто-то кровососущий был, и явно не один. Вот. И Ну, не плюс вот факт, эти еще ж какой-то грибковые траки может были. быть из-за, скажем так, из-за тонкой слизистой кишечника, потому что Да, все бывало. конечно, да. То есть Это это как вот бы тоже в к скопе. моменту такому. Все Да, в да. комплексе, да, все, витамины Да, не да. усваиваются, цинк не усваивается, пошел гемоглобин вниз. Да. Вот, и, конечно, противопаразитарные вот там наборы такие у нас были. Если кто-то говорит, да я месяц пропил и все, а дальше что делаем? Я говорю, да мы только начали. То есть надо понимать, Расскажи что период, сколько вот длительность. месяцев заняло, вот мы видели картинки, да, мы видели Основ... фотографии, вот до момента, когда кожа очистилась.
Ну, хотя бы вот так, что вот уже вот... Наш, ну, кожа можно... очистилась у нее через 3 месяца. Вот через 3 месяца, вот фотографии есть в Инстаграме, да, у меня вот эта фотография, это как раз сделана через 3 месяца. То есть месиво, да, и ровно через 3 месяца у нее чистое лицо. И 4 года до того, как бы лечение таблетками. 4 года таблетками. Лучших докторов за бешеные деньги. И, да. Как бы, и только что убили все органы в организме. Да. Да. Теми этими противогрибковыми, И что там, чем там? Я не знаю вообще, вам грибов заняли или нет? Чем вас лечили? Что вам там лечили? Там большое содержание антибиотиков, причем различная их комбинация. Да, это тетрациклиновые, это пенициллиновые. То есть это то, что там грибок был в организме, гормональный. Никто даже не говорил ничего. Конечно, нет, да. И опять же, мы же понимаем, что такое пенициллиновый. То есть это опять те препараты, которые как раз-таки способствуют развитию грибка. То есть мы заселяем грибы, да. Ну и смысловая нагрузка вот этого, это я сейчас понимаю, когда стала вот изучать именно нутрициологию. А тогда-то я тоже не понимала, мы же, как всегда, такие, как бы антибиотик назначили, значит, все, мы сейчас от всего спасемся. На самом деле это просто беда с антибиотиком была занесена, это ослаблен конкретно иммунитет, это вообще уже ничего не работало у нее. Вот еще девочки пишут, что убили гормоны. Осложнялось все грибами, гормональные. Там только больше там уже ничего не было. То есть она прям на гормональных препаратах уже сидела плотно. То есть это адвантан, который наружно мазался, да. То есть если кто вот говорит дорого, да я вас умоляю, сходите в аптеку. Адвантан на тот момент стоил почти 1500, 15 грамм. И вот что такое 15 грамм? Это гормональный препарат, мазь. Вот, то есть, что такое 15 грамм намазать на ее вот, ну, лицо, да, которое полностью было поражено? Да это вообще ни о чем. Это вот, ну, можно сказать, вот на полщеки, да, так, чтобы нормально. А вот надо было мазать каждый день. Вот у нас сейчас пишут про то, что никто про грибок не говорит, а потому что грибок в медицине гонять нечем. Да. И да. у нас есть огромное количество паразитологов, инфекционистов и... Они говорят, а в медицине-то погонять грибок нечем. Вот и все. Поэтому как бы люди ходят с этим бесконечным грибком в волосах, с перхотью, поэтому они ходят с бесконечными молочницами женщины. Поэтому дети наши с бесконечными грибковыми отитами и ангинами. И люди ходят с этими бесконечными ногтями грибковыми, потому что грибок находится в суставной жидкости. И сколько бы ты там ни примазал, и какие таблеточки ты не пил, ну, может, конечно, есть какие-то там потрясающие случаи, но в целом, на 80% проблема не решается. Хорошо, спасибо большое, Света. Давай тогда как бы вот сейчас расскажи немножечко, ведь это же не только одни БАДы, не только одни противопаразитарные программы. Что делалось параллельно? Помимо того, что как бы шло изучение, потому что я хочу сказать, что когда вообще человек приходит к доктору, он что делает? Он перекладывает ответственность на доктора. Он говорит, как бы, да, нас так воспитали, то есть тебе не нужно заботиться о своем теле, о своем здоровье, иди к доктору, он тебе поможет. А доктор за 12 минут, выделенные ему и с определенными стандартами лечения, не имеет права шагнуть куда-то в сторону, он лишь только просто может по стандарту тебе какой позаботиться о тебе, убрать твой симптом. И, а мы просто вот, ну реально, мы перекладываем ответственность на другого человека и не умеем взять ее в свои руки. И вот когда я точно так же пришла, да, к здоровому образу жизни, когда ты начинаешь изучать, когда у тебя есть определенная какая-то проблема, и тебе нужно изучать. И вот я наблюдаю всегда за людьми, которые пришли в тот же коралловый клуб не для того, чтобы просто попить волшебную баночку. В Coral Club нет волшебных баночек. В Coral Club есть система, которой мы обучаем людей, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым. И вот те люди, которые не относятся к этому, я попью сейчас эту волшебную баночку, буду здоровым, а которые относятся именно как к системе, которые готовы изучать, и которые готовы тратить на это время своей жизни, вот у тех как раз и есть потрясающие изменения. И это меняется прежде всего мозги, меняются вообще установки жизненные, это ты берешь ответственность в свои руки за жизнь себя и своей семьи, и потом начинает меняться еще плюс ко всему тому, что мы пьем корректоры питания, да, чистим организм, начинает меняться стол. Вот расскажи, пожалуйста, как поменялся ваш стол, как поменялось ваше питание. Да, тоже как бы я понимала, что ответственность только ложится на меня, на врачей ее никогда не перекладывала, поэтому всегда изучала все темы самостоятельно.
Ну, но мы сейчас не про тебя, поэтому ты здесь сидишь и делишься опытом. Есть гения, есть нет. Поэтому вот здесь как бы ситуация-то, я понимала, что если я питание ребенку не откорректирую, то какие бы она БАДы ни пила, что бы она там делала, это вообще была бесполезная затея. Поэтому здесь, конечно, отправная точка была в первую очередь откорректировать питание, убрать все абсолютно закисляющие продукты. То есть я все абсолютно напитки убрала 100%. У нее из питья и до сих пор только коралловая вода. Больше сейчас она ребенку лет? Не пьет. Сколько сейчас Даше лет? 10 лет. То есть это уже прошло 4 года? Да. 4 года ребенок пьет только воду? Только воду, да, она больше вообще вот, представляете, и при этом здоровая девочка, да, восстанавливается здоровье. Я всегда, когда да. говорю мамам, уберите соки, зачем вы их даете? Конечно. Но моему ребенку скоро будет летом, в июле будет 15 лет. Она мне кроме воды ничего не пьет, представляете? Вот как-то, ну это я сейчас для мам, которые нас смотрят. Угу. То есть ребенок да, пьет то есть только это... воду коралловую, дальше что еще? Что не только воду коралловую, вот здесь убрали, да, все закисляющие, то есть все химические абсолютно продукты, все, где содержится Е, колбаса у нас дома не находится, то есть и по настоящий день у нас колбасы нет, и вы знаете, ну как-то не погибли, если честно, без этого. У нас нет совершенно картошки, то есть если для кого-то это проблема, да, вот говорят, нет, мы не можем, ну значит не хотите, вот если честно, да. Когда цель стоит, и у тебя четкая задача получить, чтобы ну, ребенок стал, жил полноценной жизнью, вот так, да, я скажу, потому что это, во-первых, девочка, а во-вторых, извините, я хочу здоровых внуков, это нормально. Поэтому для меня это было очень важно. И важность регулировки питания, она стояла на первом месте, даже ну, приоритетнее, да, чем изначальный прием вот этих нутрицептиков. То есть, ну, я понимала, что невозможно гадить в организм, да, и тут же чистить. Поэтому картофеля у нас нет вообще. А, у нее нету никаких там конфеток, да, то есть у нас этого вообще нет в квартире. Печенюшек, да? На протяжении 4 лет. Но она, допустим, кушает фрукты. Если ей хочется сладкого, да, то есть это есть финики, это яблоки, это бананы, ну, то есть груши, да, это, ну, чисто прям фрукты. Вот, у нас нету конфетного, а так как уже, ну, на протяжении этих 4 да, лет, то это уже пришло в привычку, и у нее даже не возникает там вопросов, что это, ну, должно быть, или там не должно быть, или когда-то появится просто, ну, нету, и все, и нету. И нормально абсолютно она к этому отнеслась. Еще знаете, вот какой у нее, мы еще не едим хлеб дрожжевой, то есть тоже ребенок у меня изначально от хлеба дрожжевого. Ну вот мы избавились в семье, эту же я эпопею перенесла в садик, когда вот тоже говорят, да, в садике сложно регулировать питание, мой ребенок ходит в садик, несложно. Причем на законодательном уровне вы имеете полное право, как родитель, откорректировать питание в детском саду. И это знает каждая заведующая детского сада. Поэтому я пришла к заведующей и сказала, уважаемая... Не просто на мама, а как еще сотрудник администрации города говорит. Настя, вот если честно, не сотрудник, мне пришлось побороться. Вот за это состояние мне пришлось побороться. Потому что я тоже столкнулась с сопротивлением, да, то есть изначально, как так, блин, ну что это такое белая ворона? У нас все едят в садике одинаково. И тогда мне пришлось изучить еще и юридический, да, аспект, то есть защитить своего ребенка. Прям реально защитить. И когда я уже к заведующей пришла, так скажем, юридически подкована, то она со мной уже не стала вообще никак сопротивляться. В этот же момент ко мне пришла эта воспитательница, да, потом пришла повар детского сада и еще медработник. Тут же было написано отказ от всех прививок вообще, хотя изначально, да, со мной боролись, потом вот после этого всего мне пришлось изучить тоже именно правовую сторону. И, соответственно, со мной больше никто никогда не боролся. В школе у меня то же самое, та же самая позиция, и я ее изначально высказала, и больше к нам, как говорится, никто не подходит. Ни у кого нету никаких вот ну, хорошо, вопросов. То есть вот ты сказала, что ты откорректировала питание в садике. То есть я так понимаю, что, скорее всего, вы убрали все напитки, да? Убрали все напитки однозначно. Ребенку приносилась 1,5-литровая бутылка с коралловой водой, и наливали ей только коралловую воду. Плюс хлеб полностью убрали, булочки убрали, я приносила бездрожжевые ей хлебцы.
Абсолютно нормально, спокойно у меня ребенок там реагировал, и воспитатель четко это все ей ложил, да, полностью на ее питание. Убраны абсолютно были все сладости. Картофель, то есть ей заменяли вместо картофеля, там гречку приносили, да. То есть абсолютно нормально, мы откорректировали все, что необходимо. Знаете, максимально. Да, на самом деле я всегда, когда вот, ну, читаю концепцию здоровья, и вот всегда смотрю на зал, обычно спрашиваю, да, когда я читаю это в режиме офлайн, спрашиваю, кто у нас присутствует и какие профессии. И я все время думаю, господи, ну почему же вот у меня здесь не сидят учителя, воспитатели, заведующие детских садов? Ведь это же мы сейчас говорим о питании, которое восстанавливает. Вы представляете, вот а это как бы мы восстановили питанием, да, детку, которая, ну, которая, как я помню, ты показывала мне и рассказывала, что желчный пузырь на 3% работает, да, это данные исследования, 7% это печень работает, то есть ребенок, у которого был убит весь организм, и мы восстановили. Если мы знаем, что это питание опасно, так зачем же мы даем это детям? Зачем же мы кормим этих своим детей? Представляете, а если бы, вот, собственно говоря, со знаниями нутрициологии строилось питание в наших детских садах. Не давали бы им этот чаек с сахарочком, да? Это вот, вот эту вот всю бормотуху, которой они кормят детей, это мяско, которое там, ну, до 12 лет, то есть просто поджелудочное, не способно переваривать ферменты у ребенка. Нет ферментов, способных переварить мясо. Да. Вот, то есть, немножечко неправильно сказала, ну, как бы смысл поняли. Вот, то есть... Это, а мы этим кормим своих детей, да, к сожалению. Я хочу сказать, что тут даже не вопрос на уровне закона, когда мой ребенок ходил в детский сад, мы тоже на уровне воспитателя без проблем договорились. Ребенок просто никогда не пил ничего, кроме воды. И когда она пришла в детский сад, она не понимала, что ей дают, она такое не пила. То есть ей чай дали, она его тут же выплюнула. То есть ее научили другим вкусам. И поэтому вообще вопросов не было. Ребенок это не ест, это не ест, это не ест, потому что это не ест по определению. Ей не сформировали такие вкусы. Вот. И ребенок, кроме воды, ничего не пьет. И как бы вот, вот у нее есть своя бутылочка с водичкой, которую мама приносит в детский сад. И без проблем это решается вообще. Все зависит только в голове, и все зависит от того, насколько мама этого хочет. И это можно как бы договориться всегда по-хорошему. Если по-хорошему не понимают, можно договориться на уровне законов, да, как в случае со Светой. Вот, главное только, что мама хочет, и главное, чтобы мама понимала это. Вот. Ну и это вообще на самом деле большая ответственность и большой труд. Поэтому гораздо проще сказать, ой, нам не разрешили, это невозможно, поэтому мы будем болеть дальше, мы будем смотреть, как бы, как у нас уходят там... уходит здоровье, как у нас там вообще, как мы теряем своих близких, вот. Вот кто-то нам пишет, кто-то нам написал сейчас, я немножко хочу вернуться туда, потому что у нас время уже заканчивается, к вопросу, можно ли детям пить шиповник. Конечно же, можно, вы только должны всегда знать, что шиповник – это еда. А каждый день вашему ребенку нужно пить воду, потому что нашей клетке нужна вода. И, кстати, я завтра читаю концепцию здоровья в 8 часов вечера по Москве, я выложу у себя... на страничке ссылочку в мою комнату Zoom. Пожалуйста, кто хочет, кто для кого эта информация новая, пожалуйста, приходите, мы будем как раз об этом разговаривать и сможете тоже задать свои вопросы. Вот, хорошо. Я можно еще отвечу на вопрос? Да, вот там как раз шел вопрос, а что делать, если вы приглашены в гости или у ребенка, ну, он на празднике, да? Ну, вот опять же, давайте расставим приоритеты, что для вас важнее, чтобы ребенок присутствовал на празднике, на котором съест, ну, отравленную просто еду, и потом вы вернетесь в первоначальное состояние, или все-таки вы либо туда не поведете, да, на такой праздник. Ну, то есть у меня уже этот вопрос не стоит, у меня ребенок абсолютно нормально реагирует, то есть он не ходит в те, так скажем, забегаловки, да, где вот это, ну, отравляющую еду, так скажем, едим. Поэтому, ну, зачем? Ребят, я не могу вот просто, ну, не понимаю. Если ваш ребенок что-то не ест, вы его не заставите это, ну, съесть просто, вы поймите. Если вы вкус формируется, я даже по себе скажу, когда я стала знакомиться с правильным питанием, и когда я убрала сахар, да, и вот я раньше пила чай с сахаром, ну, много лет назад, в прошлой жизни, в прошлом веке, вот, я ела там, допустим, творог с сахаром, и я начала учиться есть это без сахара, это было сначала отвратительно, а потом я к этому привыкла, а сегодня я не представляю, как можно выпить чай с сахаром, или как можно съесть творог с сахаром, понимаете, вкус поменялся. Конечно, эти знания нужно давать мамам до того, как они подумали стать беременными, чтобы они вычистили свой организм, чтобы у них не было вот этих коков, которыми они заразят своих детей. И у нас есть лекция
У нас есть такой же эфир «Иммунитеты от иммунных заболеваний», где доктор рассказывает про всю вот эту вот причину вот всего, что происходит сегодня с нами и с нашими детьми. И это как раз вот как бы период вынашивания в родах. Конечно, мама должна подготовиться. Окей. А потом, когда мама рожает ребенка, у мамы должны быть знания, как же его кормить, как же его растить здоровым, как же сделать так, чтобы твой ребенок был здоровым, чтобы он в 30 лет был здоровым, чтобы он в 70 лет был здоровым, чтобы у него были свои зубы, и он был в полной активности, потому что это заложенные знания. Вот, и когда ваш ребенок этого просто не ест, ну, мой ребенок ходит на дни рождения, это вообще не вопрос, просто она этого не ест, но она не ест это, понимаете, там хоть что поставь, но она не пила никогда ни эту кока-колу, но нет у нее желания попробовать, я не знаю, пробовала она когда-то или нет, но она ее просто не сможет, вкус не сформирован. И какие бы там салаты майонезные ни стояли, но она не ест это. И мой ребенок вот абсолютно, мы даже приходим в гости с мамой, да, во взрослые гости, да, не в детские. И там точно так же стоят майонезные салаты. И все мои подружки знают, Полина просто этого не ест. И все. Никто ее не заставляет, и она спокойно там может повыбирать то, что она там кушает. Вот поверьте, как бы голодная не осталась. Пришла домой, поела в конце концов. Вот, поэтому это все вот абсолютно в нашей голове. Все это воспитывается, все это деткам вот с молоком матери впитывается. Ну, если не с молоком, то постепенно, вот. Ну, а если как бы вот так вот, как у Светы, я помню, как она мне однажды рассказывала, как ты рассказывала, как Дашенька вечером легла спать уже и подрывается с кровати, кричит: «О, мама, забыли баночки выпить», и ребенок несется на кухню. Ребенок так настрадался. Ребенок так настрадался, что она в 6 лет понимала, что вот, вот это делает ее сегодня здоровой, это облегчает ее жизнь. Да, еще один нюанс у нее по воде тоже. Она гуляла всегда с коралловой водой, да. И тут она гуляет, звонит мне, говорит: «Мама, у меня коралловая вода закончилась». Я говорю: «Ну какая проблема? Ну уж от глотка-то воды простой, ничего не случится». Я говорю: «Потом выпьешь коралловую». Ну, она у подружки берет эту воду, звонит мне: «Мама, я не смогла ее проглотить». Я говорю: «В смысле?» Она говорит: «В прямом. Я ее глотать, она не глотается, нет, я домой побегу». То есть это вот реально уже качество воды, да, совершенно по-другому воспринимается. Это не просто плацебо, да, ну как можно объяснить ребенку это плацебо? Это ее внутреннее чувство, которое, ну, никак не подменишь. Поэтому действительно, вот измененное питание, вода, это значит много, и ребенок к этому привыкает легко, на самом деле. Хорошо сейчас сказала про плацебо, мне почему-то сейчас вот захотелось еще, да, что, может быть, там кто-то скажет, ну вот вера, да, дай Бог, чтобы у нас у всех была такая вера, чтобы мы верили в то, что это поможет, и чтобы наши дети становились здоровыми. Безусловно, вера в то, что ты сможешь. И я хочу сказать, вот когда я пришла в коралловый клуб и решала проблемы со своим здоровьем, я открывала интернет и искала информацию для себя. И я находила только информацию, которая подтверждала мне мою уверенность в том, что мне здесь, я найду здесь решение своей проблемы. И точно так же я каждый раз наблюдаю разные истории, когда люди открывают интернет и находят ту информацию, которая подтверждает их убеждение, что им это никогда не поможет, что это шарлатанство и что это вообще там полный лохотрон. Вот, пожалуйста, перед нами сидит мама, который ребеночек, фотографии мы выкладывали, да, у вас есть возможность познакомиться со Светой. Я выложу, ну, у нас на нашем эфире будет контакт Светы, вы, пожалуйста, пишите ей, она вам точно так же будет отвечать, потому что Света великая мама. Я хочу сказать, что огромное количество мам, которые решили проблемы со здоровьем серьезные, но не все мамы готовы об этом рассказывать. Я даже помню, много лет назад, наверное, лет 8 назад, хотела написать, прям журнал сделать по здоровым деткам, по коралловским деткам, по деткам, рожденным в бесплодных браках, когда, знаете, по 10-15 лет было бесплодие, и вот они чистятся, восстанавливают свой pH, и потом я очень часто узнаю первое, что случилась беременность, потому что мне девочки звонят и говорят: «Настя, я не знала, что так быстро случится, я сейчас иду от доктора, я беременна». Вот. Но не все, я тогда просто с этим столкнулась, огромное количество мам сказали: «Я не буду про это писать». То есть не все мамы готовы рассказать о успехе у ребенка, потому что они боятся сглазить или еще что-то. Ну, то есть у нас много всяких разных тараканов. Вот, и я все время ждала. Я ждала ту маму, которая справится с каким-то серьезным заболеванием, которая будет рассказывать про это. Потому что Света делает сегодня великое дело. Она про это рассказывает, она разрешает выкладывать вот фотографии. Да, я позвонила, прежде чем сделать этот ролик, спросила Света, можно ли выложить фотографии, потому что мне Света их присылала, я жила в Таиланде, они в нашей переписке. Она присылала, показывала мне весь путь, и она сказала: «Да, конечно».
Вот сегодня как бы слово потеряла. Когда она спасла своего ребенка, она сегодня спасает огромное количество других детей, она активно изучает нутрициологию, и она рассказывает, она помогает мамам, она делится своим опытом и не боится. Вот поэтому тебе огромная за это благодарность, признательность, вообще низкий поклон до земли, потому что ты умница, ты помогла не только себе, но и помогаешь большому количеству людей. Вот, поэтому спасибо тебе большое, спасибо за то, что согласилась прийти на наш эфир, за то, что сегодня вот опять у нас большое количество в эфире смотрело, я знаю точно, что сегодня уже будет порядка, наверное, 1000 просмотров в режиме офлайн. Проснется завтра Хабаровск и Дальний Восток и будут тоже смотреть, проснется сегодня Америка и будут смотреть, вот, ты уникальная, ты потрясающий, тебе есть свой опыт, если у вас, дорогие наши слушатели, те, кто не знает, тех, кого пригласили, есть, остались какие-то вопросы к Светлане, пишите. Пишите, не стесняйтесь. Если у вас есть какое-то желание знать об этом больше, приходите завтра ко мне на концепцию здоровья. И обратитесь к тем людям, которые вас пригласили, для того, чтобы вам дали вот всю ту информацию, когда-то дали Светлане, которую когда-то дали мне. Вот. И мы будем рады вам помогать. И всего вам самого хорошего. А сейчас маленький промоушен на следующую субботу. В следующую субботу, 30 числа, у нас будет в эфире врач. Врач в прошлом терапевт, потом психотерапевт, потом нутрициолог. Это мой спонсор в Кораллом клубе. Это та женщина, которая научила меня быть здоровой. Это та женщина, которая помогла мне родить здорового ребенка. Наталья Васильевна Савчик. И знаете, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить о потрясающей и интересной теме. Это когда говорят, ой, я только воздуха понюхала, уже поправилась. Я кушаю только одни салатики, и я поправляюсь. Я съела яблоко, и уже поправилась. Я ничего не ем, и поправляюсь. Вот у нас будет тема следующая по метаболизму. На следующую субботу мы ждем всех, кто хочет научиться контролировать свой вес, кто хочет понять, почему же салатики и яблочко увеличивают у вас вес. Вот. А всем хорошего дня, хорошего вечера, у кого какое время. Я была рада быть вам полезной. Я понимаю, что сегодня очень много благодарности в адрес Светы. Была рада быть вам полезной, пригласив ее на этот эфир. Вот, завтра концепция будет 20 часов. И вам всем здоровья, счастья, и мы рады для вас стараться. И я хочу, чтобы вы услышали еще раз. ЗОЖ, здоровый образ жизни. Это очень красиво жить в здоровом, красивом теле. И это на самом деле очень просто. Все, с любовью, до свидания, хорошего дня. Спасибо, Светочка, еще раз.